Надо, ролл кинули, я выиграл ролл, я спекнулся в хила, все. Минус машина. Это лок, который демон. Подождите, что-то не суммонится. А он демон спекается вынужден, это не бил ты на полноценный. Не, я понял, неважно. Ты хочешь узнать, как ДПСить больше, чем ты сейчас даешь? Звучит как это, наркотики. Чисто. Давай расскажи, мне даже интересно. Нет, давайте потом, пожалуйста. Давайте это в отдельный канал или в приватном. Да, потом как-нибудь. По 35 СПД. Я слышал такое же про ШП. Воткните на ШП фулл сердоли на СПТ, а потом, блядь, что у меня ДПС еле-еле симка. Слышал. И я такой в хосту битый, блядь. И что, у меня фулл СПД сердоли, я вот сколько? 2600 на магике. Фулл СПД сердоли. Даже Т4 нет. 4 штук. 2600? Я понял. Хотите пообщаться? СПД тащит. Так, все, все здесь, рыбу ставлю. Кушайте рыбу. Нери, ты в ДД уже? Ура, есть, есть. Нери, слышишь меня? Алло, раз, 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 два. Ты в ДД, все отлично. Ну, на первом боссе подаван первый ловишь, Мишка забирает у него, потом сами знаете, там что меняться как. Вот, выйдут черви, подаван на огненный, Мишка на кислотный. Вот. Ну и все, на ласте уже подаван останется. Главное, если кто-то не знает какой-то тактики, сразу скажите, я поясню. Если все все знают, буду по дороге просто координировать и все. Унди говорил, он вообще впервые играет. Выпейте, наверное, блядь, фласочки заново, у меня 6 минут лично осталось. Намажьте масло. И паладинов количество не изменилось. Ребафните людей, пожалуйста. Все так же. Да, он кулак коту скиньте. Кулак один ретрик, каску другой ретрик. Я уже не помню. Кулак, он шаман, нужны все бафы. Кулак, крест. А кто может скинуть дамаг с магика? Че на Мэтнери, что хочешь? Да, да весит. Да, тут просто 3 танка. Вот. Тебе все равно шмотки на ДД нужны. Тут вообще все боссы такие же, как в десятке. Просто у них какие-то дополнительные способности есть. Я буду все объяснять, что делать по дороге. Дюша, поешь рыбу? Ебанутый дом. Настой выпейте, его заканчивается. Он, видите, написала. Блядь, во время боя можно... Ну, хорошо, я проверю после боя. Если не выпейте, как бы, не обижайтесь. Все запускаю. Встаньте вокруг центральной звездочки. В центре только танки. Потом, когда они подведут в центр, тогда милики сбежите, иначе огонь может кинуться в мили-зону и будет залупа. Вот, наберите рейндж. Стойте в рейндже. Будет кидаться на кого-то сноубольд. Забегаете в мили-зону под жопу босса. Не под лицо, не сбоку. Еще куда-то. Именно под жопу, чтобы могли кливать босса и бить этого сноубольда. Сноубольд приоритет. Близко не подходите, кто кастует Унди, если не знаешь, сбивает каст босс. Держись на расстоянии от босса. Да, Бадаван первый. С огня выбегайте сразу. Я чисто на щитах, если что, хилую, там сильно не надейтесь. С огня. Душа, ага. Огонь, Дюша. Бать фартовый. Облачко. Полетел сноубольд. Сноубольда под босса заводите. На ком? На РДД на каком? Посмотрите на себя. Шаман, на тебе. Я вижу, бегу. Пока появился. Забивайте сноубольда. Нет, он там провисел секунды 4. Сноубольда убиваете приором, еще раз. Там сноубольда подведите в РДДшник под мили, ага. Быстрее заливаете, 2 сноубольда живых. Следующий сноубольд, играйте сноубольда сильнее.
Сейчас не будем успевать заливать, а потом по урону посмотрю, и тут не будет ролять кто-нибудь. Ну подведи снобль там, ёбаный. Тобой, Женя. Ты сам зайди в этот, поёмай. Да-да-да, я просто хили пока не заметил. Заливайте. По живой сне можешь сам встать? Я вставал, у меня не сработало почему. Я понял. Люша, бэйби кинем. Бэр. Снобль дозабивается. Огонька пойдет. Скиньте паладины бафы на перифазе. Ну вообще все скиньте, не шай, там ухожу во сне. Когда будет босс меняться? У меня такая, блядь, огромная панель хила, что я точно себя не вижу. Все, добивайте. Еще раз, кислотную мишка держит. Огненную подала. Готовимся, подбежали. Раньше все равно держите между друг другом, чтобы не стоять в одной точке. 5, 4, 3, подаван скажу, когда 2, скинешь прожимку свою массовую. Геру, все, отлично. Иду. Подаван, нажми прожимку. Отлично. Все, никто не бежит, размораз. Все ждем, когда черви закопаются. Защитные опилки нажмите, чтобы вас меньше хилить нужно было. Отлично, все, размораживай. Ну, энима нажми, хилку массовую. Он заморожен. Ну, заморожен, все понял, вижу. Танка так и не разморозили. Давай. Ну все, дотанковая. Ты в одного сейчас, если что, подала. Брызги. Разбежали сейчас, брызги через 5 секунд будет. Рэндж себе наберите. Нажми масс хил, приз твой. Я размораживаю, дальник. Прохильте хорошо, сами. Хорошо. Все, разморозил. Все нормально, отлично. Кто, подаван, блядь? Подаван пал. Мишка, хватай. Блин, уж ебаный. Дай энима, дай БР подавану. Все, прохильте его сразу, подымите. Сука. Разбегитесь. Нет. У кого огонь, бля, брызги не заметил. Что ж так сложно-то? Сдайте присты оставшийся масхил. Локалмена не вижу, он очень далеко где-то стоит. Не могу даже похилить. Аналогично. Что-то очень медленно бьем. Из-за того, что брызги, наверное. У меня мана аж напросела. Еще есть БР? Я понял. Если остались БР, скидывайте у любого человека мертвого. Там, по-моему, один БР у Мишки только. Рота на танке. Лужа. Бля! Ушел далеко во время рвота. Ну ладно, не дам их прогим. Вот это что? Прохилить танка, ну чё? Пиздец. Порвало. Живите рвоту, каст. Танк тоже прожимается, зеленка, все остальное. КД зеленка была, хотел не зыбку нажать, упал. На 16 тысяч. Ну там пиздец, я прошло. Есть второй там. Главное, Мишку сейчас удержите. Сейчас брызги было, как пошарался. Ну, я в линкану, когда будет. Вообще. Да, ладно, не добьем. Не бывайте. Брызги, разбегите, сейчас брызги было. Ну, по-моему, пиздит, нет? Ну, даже если пиздит, лучше разбежаться. Пиздор, да, добьет. Брызги. Все, убегайте от рейда, брызги, друг от друга тоже. Стену встали, просто не мешайте. От щит орды сбегаемся, все кроме брызги. Пока на мишке брызги, осторожно с медведем. Да, не только на мишке наебало, просто не видно было. Да, недалеко просто. Все, кто это, стоят. Прохиливайте сейчас. Антик стене что подкидывало нормально.
Диспел у Унди есть? А, паладины, но в основном нельзя. Прохиливается максимально. Вообще тую всех. Опа, ты на маге так не можешь делать? Мешку держать? Мешку держать? Ну нет, на маге я так не умею. Типанида на тебя. Краскра. Чьи тотемы стоят, блядь? Нормально. Дамажим, босс. Тотемы вообще в чагирях стоят мои. Костлявые. Да и гимна. Они не на пути. Я забыл килов к шаману поставить, чтобы там не похилил. Хилы разбегитесь. Отлично. Выхиливайте на макс. Унди на тебя бежит. Отбегает босс. Я себе. Второй раз резается. Нормально? У нас такой раньше хуйни не было. Это баг. Завязывайте. Че вы, блядь? Ну врежьте. Милики, стол, попритесь. Знаешь, я никуда не упираюсь, ни разу меня не врезался. За все КД. Да про это. Энима на тебя бежит, там ускорение нажми, что ли. Хуяси, бля, он чуть не выбежал из инста. Разбежавшись. А он пытался. Прыгнул со скалы. Бля, можно на хилее подамажит. Сейчас он морозить начнет, подамажишь. Да, я... Меня заморозило. Меня тоже, и Дюшу тоже, блядь. Заебись мы. Встали в кучку. Я вообще у стены стоял. Максимально. Дюшу порвало. Дюшу тоже мог нажать, не знаю, что не нажал. Left Warlock на тебя бежит. О, бесов не врезался. Надо же. Ты что, ебанутый? Бачи на геймплей. Я слева стою, ты справа давай. Хорошо. Что там, однокнопочный геймплей? Вообще охуенно. Нравится. Че ты? Давай, хер. Да я этот что, цепнуки кастую, что ты до меня доебался. Что туда отвалить? Бля, анима на тебя бежит. Мы рядом. Друида нету сразу, знаешь, так это массовый хпс сложнее. Нормально. Я как кидал щиты, так и кидаю на меня. Не пиздишь бух. Потикает, нет? Степанида, кто бежит? Я бегу за тобою. Ну чё, ну можно было напоследок, да, зарочить? Да, пиздец, ну. Резать типавших, разрубим. Рольте сферу. О. Так, я сейчас перед этим перезайду быстро. Где там подаван валяется? Так, локал забрал. Опять набухался, да, подаван? Но. Ну. Трофей роть. О, 6, нормально. Как всегда. Один, блять! Один! Это вот победа. У вас фотка на двоих. Хорошо, это было смешно. Кожаные, бать, эти по ножи пороть. Рога там, этот кот. Топовый рог. Танк еще. Малого рога не мутит, наверное, он не будет ролить. Он инвеном вообще? Не, он не будет ролить даже.
Там. У него такие же просто. Спасибо. Этот сам. Толовка есть голда? Кинки, фолипал. Вроде не нужны, да? Кинь минус. У него уже, по-моему, есть. Роль тебе на офспеке паладина. Че с лайк? Голда есть? Паладина что, никому не надо? Риска осталось всего. Ну ебать, они жаль. Постоянно падают, потому что. На дис порольте. На дис, может, никому не надо? Он, похоже, решил отсюда все забрать. Кольцо с силой пороть. На ДД. Он холит, ты заебал. Я быстренько перезайду. О, заебись. Только он хил. Ну, это Нерри спиздил у тебя. Даже фласку вы договаривайтесь с Мэтнери. Да ладно, пусть берет. Может, руки выберет. У тебя что, у тебя лучше, что ли? Так, ну шо, рыбу. Там, там Степанида разве не на ДД рулит? На танка. Так, последний раз на ДД. Да, понял. Да, 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 все, я убил. Кушайте рыбу. Скидывайте баф. Я зайду и бегу кушать рыбу. Вот сам главный обзор идет, смотрите, пришел. Так, Джуракса, давайте запускай и. Валера, ты че вылетал? Я же говорил, перезайду, аддон отрублю. Не нужно. Да, да не надо, бегай, учись. Тут, конечно, пытался убрать у меня, блядь, настройка. У меня плохо на них. Запускаем босса, выпейте там. Давайте проверим, может, он забыл фласку. Все, у всех все есть. Отлично, запускаю. Косты. Хожу во сне на тебе все косты. И диспел. Шамак один. Помогай диспелить ему. Вот, всегда сидишь только на боссе. Про метки буду говорить. От хила и огонь. Стараться. Заливаем, телок не бьем, кливаем просто. Наверное, друль пособираем мобов, а ДК посидит на боссе. В принципе, ты когда все подведешь, оно все на ДК останется. Вот. Че, может, я в какого-никакого лучше ДД? Не? Да нет. Где у нас? Где у нас друль там? Да, захожу, захожу, вылетит. Че? Выйдет тут големы, нажмем Геру. Если понял. Что, присты понадобится ваша помощь, я попрошу, скажу ник. Магов нет, все диспелим дружно. Че, копа здесь? Да, он максимум 1-2 стака успеет. Я сказал, только... Таску обновить под ДК. Только хожу во сне диспелить. А я хотел помочь. Ну, если хочешь, помоги. Паладины, обновите каску под ДК. Скиньте каску, кто кидал ДК. Наберите раньше, чтобы вместе огонь не метать. Паладины и маги могут сбрасывать. Ну и робы тоже там кушают. 5, 4, 3, 2, 1. Манам, кулак. Поехали. Кто там из... Заебался я кидать щиты. Челка появилась. Эскорт. Эскорт. Прохиливайте ракомарфон. Тычка на тебя понажми. Ага, отлично. Можно говорить особо не надо. Стаки. Стаки забирайте. Все отлично. Целый один стак спиздил. Сейчас ДПС. Сейчас ты не первый будешь по ТПС, все пиздец. Сейчас выйдут инферналы, готовимся, унди проходит. Все отлично. Степанида, нажми бабу. Ладно, как хочешь. Крылышки что лежал. Готовимся, Галема, Галера, с тебя Гера будет. Я понял. Проходите анхоли.
Не стесняемся прожимки своим защиту тыкать. Давай, Гера. Заранее лучше, да? Все, поехали. Ауди на тебе, огонь. Заливаем. Айсбаунд можно сдать. Я уже отдал. Хорошо. Понял. Нормально все, прохиливаю. Забивайте быстрее. Валера, не умри там. Бля, стараюсь. Прям бегайте за ними, такая сможет притягивать. Есть стан, сдавайте стан. Они станятся. Каст, пожалуйста, не рогай, отлично. Нахуя забанил? Не надо ничего банить. Ну и все так убивается. Прохиливается. Все. Гара или забочусь. Стаки. Дюшу прохиливаем. Анхолин тебе огонь. Гимн на ману даю. Чуть-чуть отведи его, босса, чуть-чуть от рейда, от огня точнее, чтобы люди там не зажимались между. Спасибо. Эскорт. Это мое. Покиньте шамана. Это мне надо. Сейчас посмотришь себе в голду, у тебя там ноль, блядь. Дюша, на тебя огонь. Бля, я вообще забываю, давай. Где локал, бля? Локал, ебать, на другую сторону поля боя с тобой бежать. Коба, сколько из постака спиздить? А кому хо прохильте? Целых два. Да, ну это рекорд. Надо в хосту биться, потому что, блядь. На следующих големов, я скажу, Войт сначала прожмет хил. Потом Унти. Готовимся, голям скоро будет уже. Прохильте мага. А где он? Ебает. Я скажу, когда прожать. И ДК тоже прожмешь свое. Прожимай ДК, нажимай Войт. Отдал. Прохили. Унди, сдай хил. Оставшийся приз. Еще побежал. Забивайте быстрее, у нас прожимки закончились. Дюшу прохильте. Ганнибала прохиливайте. Да, в одну тяпку Дюшу прохилил, ёбаный в рот. Не пизди, я вкинул у него две хилки. Добивай, босс. Таки. Шамана прохильте. Облачко на тебе, огонь. Нажимаешь штучку, съебываешь. То там можно стоять на месте, штучки. Да. Много урона полутал. Добиваем, без эскорта. О, танковские тапки. А у меня есть, не переживай, я вот. Рольтик, ну кого кожевка, есть рецепт? Кожевка, рецепт. Ну, у меня есть кожевка, но не фул. Ну, главное, чтобы чарка на ручек была. Перестал. Ой, роу просрал, блять, вот пиздец. Ну, у меня есть чарка на ручек. Значит, роль. По-другому я никак не проверю. Только по чарке на ручек. Яси. Блять, сука, ну где ты там? Ладно, посмотрю. Есть 150 на запах к выносу. Ну ладно, уговорил. Фотошоп. Бать, Ганнибал уже думал, вся моя. Что, сотку что ли бахнул? Да. У меня забагалось. Рольте сферу. А тут сотку. Да, заебал. Да ладно. Блин, я еще хочу сотку. Трофей, рольте. А тут уже Ганнибал. Еще одна сотка. Не, это офсет. Еще две, пиздец. Три сотки, пацаны. Драги не надо. Войт, ты что там 130 говна пожрали, что ли? Да оставьте паладину, ёпта. Войт, тебе нужна тэшка? Да, да. Ну, киньте ролл, Войт и Ганнибал. Я алло отдал. Что тебе, у тебя же 4-4. Ну, Войт честно сролил, что пусть забирает. У меня 32-й один кусок. Ну, говорили. Ладно, не выиграл я. Не надо тебе... О, штаны. Парольте на офспеке к носе надо. На дис рольте.
На дизенчант вроде. Я хоть что-то забрать. Танковские боты роть, танки там плюс степанида. А чё, кстати, степанида спрашиваю, уже это на танк роет? Ну да. Тебе ничего не надо, что ли, степанида? Да, он уже все забрал. Ну, блядь, полутал все, что можно, хлепало. Танковский плащ роть. О! Вот я имею в виду, что ему хиловские шмотки вообще никакие не нужны, что ли? Да, он уже все забрал же. Насколько я помню. Их же падает, блядь, каждый раз. Вот эти ботинки, поножи, это каждый раз все падает. Ну вот наручи, например, ему не нужны? Не знаю. Типа щит не нужен? Щит тут с ласта падает. То есть, а как ты на танка ролишь, когда ты не фуловый у тебя спек? Кто? Вот, я не понимаю. Степанида, объясни мне. А с кого щит? Тут они никому не нужны, я тебе все равно дам эти ботинки. А, ну хотя, ой, плащ. Типа, тебе на основной аспект нужны шмотки. Зачем ты роляешь на танка? Вот тебе наручи нужны же, тебе щит тебе нужен. Ну, ты идешь хилом, ты у нас никогда танком не был. Правильно? Да пусть роли. Порвать тебе на аспект, кому еще надо.